Киеве всплыли новые факты о слежке за журналистами. Теперь под наблюдение попали корреспонденты холдинга 1+1 медиа. Слежка идет практически открыто. Это может означать, что она санкционирована силовиками. Но ранее появилась информация, что полицейское наблюдение велось из-за убитым журналистом Павлом Шереметом. Пока в расследовании этого громкого преступления украинская прокуратура не доверяет местной полиции и решила положиться на помощь специалистов американского ФБР. Первые данные обещали обнародовать уже завтра. В понедельник планируем заслушать первые данные ФБР США. От них привлечены эксперты взрывотехники и эксперты по автомобилям. Кроме того, ФБР помогает нам и в анализе видеозаписей. В настоящее время следствие рассматривает уже 6 версий убийства Шеремета. Основная профессиональная деятельность журналистов.